В общем, приснилось мне сегодня, что Бобо померла. Утром говорю на кухне Сереге. Говорю, приснился мне сон, что Бобо наша померла. Он говорит, долгожительница наша. Я говорю, я плакала, даже проснулась. Он говорит, да я бы тоже плакал, привыкли мы уже к нашей бабке. Да, Бобо, встать не можешь, сейчас будем на помощь, чтобы подняли. Я вижу, что ты встать не можешь. В общем, сон, скорее всего, долгожительство. Да, Бобо? Неправильно легла. Сегодня день теплый. Сейчас будем подниматься. Сейчас мужчин позовем. Поднимемся. Не переживай. Не переживай, бабулька. Сейчас подымем. Лежит бабулька. Бухтит. Зовет на помощь, да? Мы уже заходим. Бабо, лежи сейчас. Мужчины придут и подымут тебя. Когда тут вообще... Ты вообще, конечно, легла в дырочку в такую неудобную. Прям совсем. С нами Пискля. Пискля, иди бабку подымать будем. Вечерний мой утренний, вечерний мой проводник. Ходит. Бабулька. Вышла, ору как бешеная. Серега! В сторону манежа. Серега! С другой стороны такое. А! Я говорю, вот он идет. Риску поднять. Там втроем будем сейчас поднимать. А я кричу в манеж. Так, топаем к нашей бабушке. Любимой. Собрали всех. Поднять бабушку дрончащую. Кричащую. Да. Че, Мур, давай, может, я за нос возьму или как? Подожди, Хорше, дай. Оп. Аккуратно, оп, аккуратно. Пусть постоит, сама. Постоит. Да, пусть постоит. Нашлась. Да, сказала спасибо всем вам. Подрынчала. Ты постой, ба, потому что, блин, ножки трясутся. Трясутся, скажи. Да, бабу? Нормально у тебя все? Ну, я тебе выход открываю. Пойдешь сама? Или ты уже собралась, все? Или постоишь, подумаешь? Потихоньку. А то полежала, ноги затекли, все затекло. Ну что, нормально, бабуль? Кажется, я просто прилегла отдохнуть, а встать не смогла. Ай-яй-яйка. Сейчас ноги потихоньку расходит. У нас уже весна, все подтает, но все равно вот эта дорожка, хорошо, что она натоптана и опилками, она не такая скользкая, ей проще ходить. Все растает, тут надо будет убирать. Бабо старается выйти своими кривульками. Постоит, отдохнет, так и перемещается. Открываем ей выход, и она потихоньку сама топает. Намочила свой правый бок, отлежала. Вот тут у нее часто раны. Начинает все время вставать и царапается. Но не критично. Что ты так скользишь? Не спеши, бабуль. Не спеши. Все, отдыхай.